Пасхи, Светлому Христову Воскресению готовятся очень тщательно. Верующие выдерживают Великий пост, читают молитвы, причащаются и исповедуются. А в Страстную неделю, в чистый четверг, красят яйца, пекут куличи и готовят творожную Пасху. Накануне Великого праздника идут с ними в храмы освящать. Иногда приходится отстоять немаленькие очереди. Тяжело стоять? Нет, конечно, только радостно. Погода такая чудесная, благодатная. Вот, слава Богу, все хорошо. Вот, мы очень рады. Вот сейчас быстренько посвятим. Вот. Завтра и на службу пойдем. Вот. И сегодня вот будет крестный ход, обязательно будем участвовать. Яйцо символизирует гроб Господень. Скорлупа – это камень, который привалили ко входу в скалу, где был погребен Христос. Но под скорлупой заключена новая жизнь. Красный цвет, в который традиционно красили пасхальные яйца, символизирует страдания и пролитую кровь Иисуса. В ночь субботы на воскресенье во всех церквях и храмах страны проходит пасхальное богослужение. Ну а прямо сейчас мы с вами побываем на пасхальном богослужении. На Руси воскресение Христово всегда встречали в храме. Эта служба самая торжественная в году. Неотъемлемой частью пасхальной службы является крестный ход. Это невероятно торжественное и завораживающее зрелище. Священнослужители и прихожане с иконами, хоругвями и другими святынями обходят храм. Затем останавливаются у входных дверей, которые открываются, и наступает Пасха. Воскресе! После совершаются часы и литургия при открытых царских вратах. Они остаются распахнутыми на протяжении всей Светлой Седмицы в знак того, что Иисус навсегда открыл всем христианам врата Царства Небесного. Анна Макарова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».